Я заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь, полковник Белый Владимир Владимирович. Заместитель команданта снага за специальные операции Вооруженных снаг Республики Беларуси, полковник Белый. Мне сегодня предоставлена честь наблюдать за ходом активной фазы учений «Славянское братство». То, что сам до нас довели активный дело вежбы «Славянское братство». Я являлся участником первого «Славянского братства», которое проводилось под Новороссийском. Я сам также участник и первой вежбы «Славянского братства», которое содержало в граду Новороссийском. И я могу сравнивать на основе того опыта, который я видел, то, что проходило тогда, то, что мы проводили в Республике Беларусь, и то, что наблюдаем сейчас. Я могу упорядить искусство, которое мы постигли и в Республике Беларуси, в Республике Сербии и в Руси. Я скажу, что уровень взаимодействия между сербскими, белорусскими и российскими военнослужащими растет каждый раз. Сваки пут могу да обележим ниво сарадне, кое порасте и ячесе сваки годин. Подобные учения, они год от года становятся более интересными, более насыщенными. Сваки године ова вежба постане све интензивнее и интереснее. Каждый год приносит какие-то новшества, но традиционным остается та атмосфера дружбы, взаимодействия, которая есть между нашими военнослужащими, между нашими армиями. Сваки годины имамо нечто ново у вежби, али традиционно из годины в годину чувамо наше дружство измеджу наших народа и нашей армии. Поэтому я хочу поблагодарить сербскую сторону за тот теплый прием, который был оказан нашим военнослужащим, за ту возможность так хорошо позаниматься с выгодой и пользой для вооруженных сил Республики Беларусь. Хочу да захвалим сербскую страну за овай добар прием, кое су нам изразили, и за могучность да скористимо све прилике током овой вести. Пожелаем удачи в мастерстве участникам учений, и хочу заявить, что мы с нетерпением ждем в следующем году уже принимать на нашей земле подобные учения. Желим успеха своим участницам на вежбе и добро дошли в следующий год в Беларуси. Спасибо. Хвала.